Илья, боролись до конца и показали характер. Несколько слов о матче с «Динамо». Я думаю, не хватило нам чуть-чуть. Должны были дожать их в конце. Но не получилось. Они 6-5 выкинули шайбу, и мы как-то не особо в зоне остались. А так, я считаю, удаление немного подвели, много сил потратили. Но завтра исправимся. С первых смен играли очень быстро, показали динамичный хоккей. Были готовы к такому началу? Да я думаю, мы еще за неделю к этому готовились. У нас, так скажем, в таблице не очень положение. Нам надо забирать свои очки. И вот так получилось. После твоей сброшенной шайбы, именно первой, перехватили полностью инициативу, казалось бы, но ненадолго. Как считаешь, почему? Да не знаю. Наверное, надо было вторую быстро забить, чтобы прям вообще дожать до конца. Но опять же удаление подвели. Помимо дисциплинированной игры, в чем стоит добавить завтра? Ну, я считаю, больше агрессии на ворота надо. Реализации моментов надо больше. И тогда все получится. Сегодня с нами были болельщики. Давай что-то передадим им. Да, вообще удивили очень сильно. Спасибо вам большое, то, что приехали в Питер на наши матчи. Будем ждать вас на завтрашней игре. Спасибо, но мы желаем только победы. Спасибо большое.